Нет, я говорю... Нет, я говорю... Понял. Thank you.
Thank you.
Вызовите полицию! Тут человека убили! Да что там такое? Все в норме? Да! А что? Что мамыш, мэн? Пичи вату! Ай-яй-яй. Santo Dios. Не знаю, как так вышло. Землетрясение, не иначе. Другого оправдания не вижу. Мне пришлось смывать всю краску и по новой начинать. О, это жесть. Но зато моя армия будет выглядеть лучше всех. Привет. Что за хрень? Колода у тебя полный отстой. Карт слишком много. Смотри, болото все выкинь. Монстры — просто мусор, почти никакой синергии. Надо, чтобы через 4 хода ты уже по 3 карты тянул. Понял? Салют. Я кинула 12. Впритык попала, но этого хватило. Мой паладин оставался в одном ХП, но потом я смогла похилять всех. Поюзала молитву покровителю Арнисону. Йоу! Наконец. Мы с Джошем поговорили и, знаешь ли, нагнуть Блюм не только твоя мечта. Чтобы нагнуть Блюм, нужно две вещи. Первое — сторонники, чтобы тебя не сочли троллем. А еще боты. Много ботов для обработки данных сети ОС. Да, Джош. Мы всю ночь возились с твоей софтиной, чтобы фолловеры могли ее скачать, а мы используем их мощности. Блин, реально? На самом деле? Реальнее некуда, так что вперед! Да, чувак! Варвары у ворот и готовы крушить черепа римлян! Сосредоточимся на крупнике, расскажем все про них ради лулзов, тогда все будут качать наш софт. Угу. Ага. Не парься, сначала что-нибудь бодрое. Маркус, глянь, я его просушил. Он выжил после купания. Вот, уверен, ты заценишь.
Прошу. Наше open-source приложение. Короче, в него мы все можем заливать найденные уязвимости и делиться ими друг с другом. Ну, все в таком духе. Да? И что оно нам дает? Инструментарий. И неотразимость перед любым полом. На твой выбор. Нечто из разряда «я знаю кунг-фу»? Да, не будь это древним-древним баяном. Ну, суть ты понял. Дэдсек в Чикаго действует невероятно слаженно. Там всех объединяет одна идея, одна общая цель. Четкой иерархии у них нет. Хотя, по слухам, их лидерами можно считать некий совет Дэйвов. Не знаю, правда ли это, но действия Дэдсек явно кто-то координирует. Я многое узнал о них, даже сам организовал там несколько операций. Мне хотелось добиться большего, использовать их наработки в Сан-Франциско. Правда, у нас все настолько разные, не похожие друг на друга. Начиная от убежденных анархистов, заканчивая гражданскими активистами. А что нас объединяет? Ненависть к попытке вписать нас в единую базу данных. А точнее, к Блюм и его сети ОС. Я координирую наши действия, слежу, чтобы у нас было все необходимое для нашего дела. Я вижу полную картину. Обратный отчет пошел. Когда Дэдсек нанесет Блюм решающий удар, это вопрос времени. А как вы развлекаетесь? То есть, мне не скучно? Да, но... Ходишь куда? Нет. Да, вот и поговорили. Присмотрелись к новичку с ником Ретро. Он мне нравится. Какое-то время жил в Окленде. Там же и отличился как хакер. Я об этом много читал, когда пошел процесс. У HDC был контракт с Министерством внутренней безопасности. Они поставили камеры по всему Окленду и начали собирать про всех информацию. Каким-то образом Ретро попал под раздачу. Система отметила его навыки хакера и назначила главным подозреваемым высокотехнологичной кражи. Никаких улик. Только выводы системы. Процесс был гнилой насквозь. Постоянно цитировали людей, которые ни хрена не понимали в IT. Ложь и раздувание страхов, лишь бы не признавать, что система дала сбой. Ретро повезло. Судья решил его не плющить, дал общественные работы. Говорит, ничего страшного. Отправили работать с детишками. Он им рассказал правду о том, как устроена система. И это был самый ценный урок за всю их жизнь. Но Ретро не оставил HDC в покое. Он вскрыл их базу данных, взломал аккаунты топ-менеджеров и вытащил на свет Божий всю правду об этой гнилой системе. Полная победа, да? А вот не совсем. HDC-то он закопал, не вопрос. Их прикрыли ко всем чертям. А куда делись все камеры в Окленде? Никуда не делись. Они все там же. Но принадлежат Блюму и работают под сети ОС. Шпионят за всеми, как при HDC. А в личном деле Ретро появилось много грязи.
Он наверняка будет рад от него избавиться. А я хочу посмотреть на него в деле. Он просто создан для дотек. Рэнч? Господи, что про него сказать? Тот еще выпендрежник. Нет, на самом деле он добрый и чуткий, хотя тщательно пытается это скрыть. Но я уверен, что этот конченый парень пойдет до конца. Не знаю, кто привел его в дотсек, просто в какой-то момент он стал заходить к нам и крафтить свои оружия уничтожения. Он вкалывал с такой отдачей, что я подумал, может, он агент ФБР? Хотя агенты не рискуют жизнью ради безбашенных трюков. А вот Рэнч... Болт клал на свою безопасность. Главное, наделать шума. И все-таки я ужасно рад, что Рэнч с нами. Когда надо не рассуждать, а взять и сделать, он незаменим. Проникнуть, взорвать, найти — это он всегда готов. Хотя, конечно, не только. Я видел, кодит он очень годно. Наверное, поэтому он в дедсек, а не в какой-нибудь банде. Хотя черт его знает. Может, он и работает на какую-нибудь банду. Не удивлюсь. Что еще сказать про Рэнча? Он ненавидит Блюм. Люто, бешено. Почему не говорит? Понятно, что он в маске, чтобы его не узнали, но... От кого он прячется, никто не знает. Узри чудеса технологии! 3D-принтер? Это Шварценеггер от мира принтеров. Может собрать целый арсенал смертельного оружия. Да ладно. Ага. Чуть освоить и... Опа! Хипстер-продавец смерти. Круто. Вот только я не хипстер. Ты себе-то хоть не ври. Давай, опробуй его. Только не сломай. О, черт!
мы присмотрелись к новичку с ником Ретро. Он мне нравится. Какое-то время жил в Окленде. Там же и отличился как хакер. Я об этом много читал, когда пошел процесс. Я рад, что наши ряды растут. Рад, что попал к вам. Вы все тут хакеры? Ну да, это же хакерспейс все-таки. Тут только наши люди. У всех тут свои специальности. Джош вон разные странные штуки мастерит. Сейчас со здоровенным дроном возится. А Рэнч? Неплохой инженер. Хотя больше любит все крушить. А, и Ситара. Первоклассный графический дизайнер. А еще, если так можно сказать, лицо и голос Датсек. А ты тут кто? Чем занимаешься? А я координатор. Укротитель. Не знаю. Направляю силы Датсек в нужное русло. Слышал о Primate? Тоже хакеры, при этом те еще ублюдки. Да, я с ними уже сталкивался. Мне это не понравилось. Рад это слышать. Свяжись со мной, когда будешь готов, и я тебе все объясню. Операций против Primate всегда предостаточно. Твоя помощь будет кстати. Ничего так, да? Это впечатляет. Раньше мы отслеживали здесь новости, а теперь фолловеров. Тех, что пишут на стене? Нет-нет, речь о конкретных данных. Сколько людей скачало наш софт, какие мощности в нашем распоряжении. Класс! Кстати, прямо сейчас мы загружаем на твой телефон приложение DeadSec. Как загрузится, открой его, выбери операцию и дуй в парк. Протестируем. Отлично! И еще. Поставила напоминалку, чтобы ты не забывал о нашей цели. Нарастить мощности, чтобы грохнуть Блюм. После рекламы у нас в гостях бывший уличный художник. Человек, известный нам как Свит Ти, представит свою новую книгу и линию одежды. Футболки, кепки и прочее. Будет интересно. Софт готов. Я торчу в парке. Что тестируем? Сканируй людей и устройства. Посмотрим, что нароет профайлер. Так, мы находим цели для новых операций. Решаем проблемы и привлекаем внимание людей к DeadSec. Они загружают наш софт. Мы получаем новые данные. Круговорот. Да. А еще ты можешь найти компоненты для исследований. Хипстер-продавец! Это софт для добычи данных. Между прочим, это весьма навороченный инструмент. Смерти! Ладно, ладно, я понял. Что теперь? Что хочешь. Займись тем, что тебе нравится. Задание в приложении DeadSec. Чем больше сделаешь, тем больше подписчиков.
А подписчики нам нужны. Их компьютеры увеличивают нашу вычислительную мощность. Без нее мы, как без рук. Йо, куда прешь? Охренеть! Не встречал никого тупее тебя, пендехо. Смотри, а что случилось с Боба Дейксом? Он новый альбом записывает, слышал? Ага, в курсе. Но мы его не услышим. Ублюдок Джин Карцани выложил миллионы, чтобы забрать все копии себе. Зачем директору фирмы рэперский альбом? Он собирает диски Боба. Видимо, на стенку хочет повесить, знаешь, как трофеи. Деньги ему девать некуда. А сам Боба согласился? Пока не объявлял ничего. Но это ж такая сумма. Может, еще есть время вмешаться. Сделает что? Вы, наверное, слышали про Джина Карцани? Этот говнюк хвалился по телеку, как он поднял цены на лекарства от лейкемии. Вся Америка его ненавидит. А что такое? Он большой фанат Боба Дейкса. Предлагает ему миллионы, чтобы Боба дал послушать свой новый альбом только ему. Какой бред. Боба на это не пойдет. Настоящий нет. А вот мы можем подсуетиться. Я наведаюсь к Боба, одолжу парочку новых треков для доказательств. И что мы скажем Карцани? Пробегитесь по интервью, подкастам, всему такому. Поищите там фразы. Сделаем потом нарезку. О, мне нравится. О, нет. Не знаю, кто мне это послал, но он урод. А, он что? Ого. Скройся с глаз моих. Да уж. Что ты? Город просто тонет в этой сраной рекламе. Везде билборды. Вот помню раньше... Их ставили только вдоль магистралей. Дорога скучная, а тут хоть какое-то развлечение. Но сейчас просто перебор. Даже в грёбаном сортире тебе кто-то что-то хочет продать.